Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в утечке информации из Белого дома. Об этом действующий президент США заявил в интервью телеканалу Fox News. Трамп убежден, что за сливом данных стоят люди Обамы. Правда, кто конкретно, он не уточняет. Ранее в американские СМИ неоднократно просачивалась информация о телефонных переговорах Дональда Трампа с лидерами других стран. Скандал набрал такие обороты, что официальный представитель Белого дома Шон Спайсер даже начал проверку сотовых телефонов сотрудников администрации, чтобы выяснить, не общался ли кто-либо из них с журналистами. Шон Спайсер — прекрасный человек. Возможно, я бы сделал это по-другому, поговорил с каждым с глазу на глаз. Но поскольку у нас очень большая утечка информации в правительстве, Шон справился с ней именно таким образом, и я это одобряю.